конечно, Латвию мы можем называть регионом, где воздух относительно чистый, но для того, чтобы перемещалось загрязнение воздуха, рубежей не существует. Никаких рубежей в высоте мы не можем построить. И влияние человека в атмосфере, оно глобально, где оно реально не было, не осуществлялось, это загрязнение, оно все-таки оставляет свой след на весь земной шар, и процессы в атмосфере, они тоже не имеют никаких рубежей, воздушная масса перемещается, несет за собой это загрязнение, и влияние человека мы чувствуем и здесь. Ну, то же самое, как мы можем говорить, что и у погоды нет рубежей, да, то же самое и в этом плане мы можем говорить, что для изменения климата нет рубежей. То есть можно вспомнить даже пример Чернобыля, Чернобыльской катастрофы, когда это радиоактивное загрязнение перемещалось по всей Европе и ряд стран. Ну, любой такая ситуация, какой-то инцидент мы можем преследовать очень-очень в большом масштабе, и да, вот в таком плане мы никак не можем говорить, что не можем быть застрахованы или да, быть уверены, что у нас мы не почувствуем какого-то такого проявления.